Всем привет. Вот такая загрузка получилась из трех бусов. Все они где-то по 5,5-6 метров. Ну, практически одинаковые по длине. Высота здесь получилась 4,15. Вот так это все выглядит. Но есть один момент. Бус у нас без спарки, рамы с парками. И вот тут такая ерунда на спарке. Она не заходит в ямы. Если та сторона нормально упала, а это не заходит. Сейчас покажу ту сторону. Здесь все нормально. Яму сделал и упала. Как она стоит. Ребята с опытом, напишите в комментариях, что я сделал не так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кому было интересно. До скорых встреч!